have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Сегодня с вами в Шубадак! Будем танцевать под вот этот музончик. Итак, все 20 минут серии. Просто берите чаечек, берите печенюшки, начинайте качать головой и поехали. Ладно, шучу. Я могу залезть в этот домик? Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Как-то... Подними! Туда нельзя залезть. Блин, я тебя толкаю. Жирноутка. Блин, жирная. На самом деле здесь очень прикольно. Мы заходили сюда, не знаю, я заходил сюда. Ой, тут есть этот трамплин, батут. Заходил сюда буквально глянуть, что тут тебя что-то футболило. Что тут творится, но буквально пару секунд я смотрел, тут полнейшее безумие. Ну, почему бы нет? Почему бы не поучаствовать в подобном? Давай прокатимся. Давай, ты где? Погоди. Я принял тебя за другую утку. Нет! Там есть дофига лодочек. Багфиф. Вот, пойдем вот сюда. Вот. Ой, я тебя вижу. Очень много лодочек. Фига себе! А мы как уточки, мы типа плавать не можем? Ну да, не умеем, мы же уточки-то чё. Ты думаешь, хоть какая-то утка умеет плавать? На самом деле, плавать, летать, зачем? Да. Утки только танцуют. Пойдем к той огромной утке. Блин, эти кораблики, знаешь, вот эти вот игрушечные. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А я хочу прилететь в утке. Рядом со мной самолет. Я видел. Тут есть залище самолетов. Что тут делают? Так ты туда на остров полетел, поплыл, что ли? Да, я поплыл на остров, чтобы прилететь к тебе. Я сейчас тоже за самолетом схожу. Короче, да, утки, которые умеют плавать и умеют летать, при этом нуждаются в кораблях и самолетах. Нормально. Л, логика. Так, короче, да, авторские права, до свидания, но этот режим слишком крут, чтобы его пропускать, поэтому черт с ним. Короче, надо не запустить двигатель, а С это уничтожить. Нет, у этой утки заказывай, которая там, где свободных самолетов, там есть еще одна уточка. Ну так тут куча свободных... Нет, тут нет. Вот что. А как назад? Вперед, поэтому я тебе и сказал. Короче, давай я тебе покажу. Видишь вот эту вот утку, которая прямо напротив моего самолета? Подойди к ней и скажи, дай мне самолет. W это начать летать, а S это включить двигатель. Направо и налево нет, есть только мышь, и S. Да, все, я понял. Полетели большие. Уи! Тут полет осуществляется так же, если что, как в... битве дирижаблей в Zeppelin Wars. То есть нужно вот так вот мышь зажимать и просто... Да, не надо зажимать, ты чё? Да, тут даже... Минуточку, да-да-да, кстати, тут не надо зажимать, потому что меня там спрашивали еще Zeppelin Wars, как управлять, я сказал, что мышью. Мне потом чувак ответил в комментах, типа, чувак, там нужно зажимать мышью, а не просто мышью. Согласен. Мой косяк, мне это не до конца объяснил. Здесь даже зажимать не надо. Здесь ты просто мышью вот так вот вводишь в разные стороны. Если у меня появилась идея, так ты где? Я летаю, мне хорошо. Слушай, пожалуйста, подлети очень близко. Я могу... Блин, я не могу мертвую петлю сделать. Ну ладно, куда подлететь? Подлети к острову с лодочкой и снять самолет. Я хочу тебе кое-что смешное показать. К острову с самолетами или что? К острову с самолетами, да. Ну я тут... Вот, встань с самолета. Вот, я хочу, чтобы ты посмотрел. Сейчас, я хочу попробовать приземлиться. Сначала там... приземляться, если ты можешь просто. Ну, я хочу попробовать. А! Упал. Я утонул за утку. Вот как раз, в острове с лодочкой. Подойди там, где лодочка. Подошел. Да, ты что, из-под воды вынырнул? Да. Там можно летать? Да, можно летать под водой. Правда, аккуратно, чтобы тебя не унесло в самый низ, но можно летать. Ну-ка, погодите. Не, это слишком круто.
Я говорю, у них из радара музыка. Кому нужны подводные лодки, когда есть самолет? О, тут есть девочка, которая застряла в маленькой лодочке и не может выбраться. Интересно, что она скажет. Лети прямо очень так над водой. Вот под воду иди и вот, вот так вот под водой лети. Ты не умрешь, там конец карты очень... Это очень... Да. В космосе. Да. Полеты в космосе на самолете от уточки, пожалуйста. Офигенно. Это просто офигенно. То есть можно побывать в море, в небе, в космосе, на земле, где угодно. Шиба-шиба. Шиба-дак. Ребят, если вы хотите хорошо провести время под приятную музыку, подурачиться с друзьями, пожалуйста, вам сюда. Это явно режим для вас. То есть настолько выровни, пожалуйста, самолет. По-моему, самолет колбасить начало. Я застрять? Прикинь? Что? Ты на уточке? Большой уточке? Серьезно? Смотри. А я еще один разработчик, я танцую возле них. Что, блин? Уточка покорила уточку. О! Нет! Вот она на фу. Да, я был на клюве, но прощелкал. А как ты стал человеком? Ну что, написал команду из Миши. Погоди. Так. Мог. Это же работает на всех. Нормально, я тут Gangnam Style буду под эту песню танцевать. Неправильно. Неправильно, ты бутерброд слушаешь. Самый большой вопрос. Может, это кататься на лодочке? Слушай, у меня есть идея. Я, по-моему, утопил лодочки, когда на них наступил. Слушай, останься человеком, у меня есть только такая хорошая идея. Я теперь не могу корабль заказать. Встань. Стой. На меня. Поехали. Теперь на самолет. Да на самолете это тоже работает, если что. Я тебе не советовал танцевать. Короче, ты же можешь просто... Это было круто. Забери меня на самолете. Короче, нажми на дощечку, там есть где-то... Что? Короче, ты ее увидишь. Это там, где мы начинаем, вот это? Нет. Телепортная пластина. Вот есть батут. Ну-ка. О, интернет. Так, ладненько, ребят, мы на аэродроме. Ну-ка, стой. Стои, становись. Становись. Давай, пошел. Нет? Меня скинуло. Я даже ничего не делал. Нет, я могу вызвать самолет. Ау. Садись. Но когда, короче, когда я на него сажусь, я его давлю с собой. Так. Пошел. На крыло. Давай. Я на крыле. Долбаная антенна. Это динамик. Попытка дубль 3. Пошел.
сейчас надо развернуть камеру, чтобы улететь по нормальной стороне. Я упаду. Нет, не упаду. Нет, упаду! Пытайся прилететь. Так, а как будет этот... Сейчас. Как будет Хей выглядеть? Так же, как у этих разработчиков. Да, прикольно. Блин, жалко, я бы вот это и Хей сделал бы еще для других режимов. Оно очень круто выглядит. Если что, маленькая голова, я не могу тебя встретить. Эй, я не могу на лебе залезать, что за фигня? Я же раньше мало как-то делала. Но зато я могу залезть на эту боту. Можешь танцевать у него на голове? А, ты танцуешь. Я не могу танцевать на голове, потому что ты человек. Я чебурек. Ну-ка. Синхронно получилось. Нормально. Вот это красиво. Ой, я тоже хочу. У меня с чуваком уже раз синхрон случился, я не знаю почему. Ну ладно. О, у меня синхрон. Да-да-да, теперь получилось прикольно. Ладно, ребятушки, согласитесь, это крутое безумие. Такие режимчики, они очень классные, очень крутые. Здесь приятно проводить время. Тут нечего делать, но здесь всегда можно найти, что поделать. Особенно, если прийти сюда с кем-то таким же безбашенным, как ты сам. Пока что, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. И всем пока. Всем покеда.